Итак, дорогие друзья, я вас снова приветствую на канале у Ромки. Вот, хотелось немножко побаловать, так скажем, поразвлекать, вот, и решил сразу сходить, на определенное задание. Как видите, в общем, мне было как-то тягомотно кататься от вышки к вышке, я решил всех открыть сразу, вот, ну и все теперь видно, то есть не надо будет по 5-6 минут туда-сюда кататься, чтобы пролететь от вышки до вышки, это скучно. Вот, но решил сразу к вам пойти на экстремальное задание, вот одно из них. Ну что ж, начнем. И еще одна часть пергамента наша. Это какая-то обезьяна, не? Привет, Аркомании. Я уверен, что Шангрила, блин, нас удивит в этот раз еще бодрее. Ну что ж, посмотрим, что же будет в этой части. Так, у нас три. शंग्रीला को ढूंढो और किरत लौटाओ। लेकिन जिज्ञासा ने मुझे एक आज्ञात राक्षस का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो पूरे शंग्रीला पर राज कर रहा था। शंग्रीला это нечто просто. मैं अपने रास्ते और शंग्रीला के भविष्य को आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर सकता था। Там тигруня меня ждет в конце. Интересно, что нас ждет в этот раз. Пергамент мы нашли, а вот теперь что дальше? Я вижу тигруня. Я не помню, как им управлять, но ладно, сейчас я думаю. Что-то мне должно подсказать. Ага. То есть Шангрила пытались искать многие, но немногие нашли, скажем так. О боже, что это за... Так, подберитесь к искателю. Это, видимо, он искатель. И он умирает в эту секунду. У него есть чудесный лук. Мы тоже. Это типа лик надежды или что это такое? Ага. Удерживайте так, пока полос индикатора до нуля. Ну ладно, разберемся по ходу пьесы, я думаю. Я думаю, это не будет очень сложным заданием. Тем более с луком у меня неплохо получается обращаться. Правда, я понимаю, не понимаю, по какой траектории это все летит. Делали-то. А, я понял, я зажимаю, оно слоумо получается такое. Ладно, окей. Так как их направлять? Как их направлять? И кто по мне попал? О, самое время сломать себе руку. В любой самой тупой ситуации ломай себе руку. Стрела для лука. А на кой они мне нужны? Что их как-то многовато. Не кажется ли вам? Так, зачем мне еще стрела? Их же здесь... А, их ограниченное количество. Что-то я думал... Пау. Тигруньке помочь? Не, ну слушайте, столько стрел, я боюсь их просто не получится израсходовать. Это типа принесли кого-то в жертву. Класс, вообще класс. Ладно, но демоны в Шангриле, это конечно очень подозрительно. Так, а что здесь справа, точнее слева? Метательный нож. Вот такой за подсвеченная точка за стрелы. 57 стрел. Так, а куда ты мне тигру не приведешь? Что здесь? Ничего значительного здесь не вижу.
А, ну так это просто поворот с центра. Еще. Не-не, стрел слишком много. Не боюсь, это не пригодится сейчас. Ладно, тигруня вперед. Я не помню, как он управляет. Ну ладно. Он вроде бы как бы сам еще атаковать умеет. Это за него переживать не стоит. Так, тут какие-то штуки странные. Ага. Опа-на. Тихо, не успел. Так, демоны повсюду. Да, простой, ну, скажем так, воин вряд ли бы смог бы добраться до этого места, но вот наш Аджагейл смог. Или это же реки крови, что ли? Что это такое? Так, хорошо. Священные обезьянки. Да, есть никого нет? То есть какой-то таинственный портал. Он идет. Интересно. Ну пойдем посмотрим. Чё-то нет. Ага. О-о-о, это плохо, что он. Так, хорошо. Я вижу колокол, который заперт сверху. Тут у меня палит, но я не вижу никого. А, вижу. Пел. Но добраться они до меня. Им очень сложно добраться до меня, скажем так. Я для них не самая простая цель. Так. Вот в этом слоумо мне целиться намного проще, чем им. Да не отбегать мне. Эй, бог с ними. Пел. Пел. Попал. Так, где-то здесь еще один. Вон он, бледун. Оп, не попал. Ой, я попал в ступеньку, хотя целился в голову, ну ладно. На упреждение не попал. Попал. Так, ну что, с луком уже как-то немножко поупростилось. До этого мы игрались, как вы помните, с ножом. А вот. Было как-то довольно-таки хардкорненько. Сейчас же, когда у меня появился лук, я могу их на дистанции вырубать и за просто так, скажем так, за бесплатно убивать их. И это очень-очень, знаете ли, как-то радует, радует. Так, от души. Как же мне нравится вот это вот. Так. Я не хочу заходить в портал пока. Я слышу демонов. Так, предчувствую, что мне надо будет сюда зайти. Да. Так, хорошо. Тигр со мной. Ну что ж. Позвеним. Ну-ка. Хорошо. Вот это я понимаю. Это тот самый... Как они называли это? Священный барабан, по-моему. Как он там? Войдите в храм. Так. Тут много порталов. И какой из них правильный? Или что это? Так, храм здесь. Да, все, в принципе, я... Оп, не попал. Пам. Эй, я не попал. Так нечестно, это незаконно. Как так? Я попал. Так, ну демоны немножко расстроились тем, что... А этот-то вообще пипец как расстроился. Я в него попадаю, видите, от него... Синяя хрень отскакивает, но он не умирает. Ладно. Ох, их сколько там. Слушайте, прям тараканник целый. Рассадник. А, я понял, кто это. Блядь. Поджог.
Бля, это как-то плохо, давай, лечись. Любой неловкой ситуации, лечись. Так, котейка. Хорошо. Так, окей. Что это за волки за мной бродят? Койоты какие-то? Что это такое? Адские псы? О боже, у них маска какая-то. Койот с маской. Так, окей. Песик, песик. Так, мне кажется, наверх. Пойдем наверх. Что это, блядь, за адские псы? Так, откат у меня идет у тигруни. Так, в лоб. Лежать, ублюдок. Отлично. Ах ты ж дрянь, паскуда падла. Я ж тоже могу так не попадать. Вот же шлюха, попала же. Отлично, отлично, красавец, красавец, умничка. Так, пойдем посмотрим, что тут сверху. О боже ты мой. Какой трешак. Так, окей, ну что, мы выбрались из храма. Дальше куда тут? Так, по тросу. А, вижу. Цель видна. Так, хорошо. Так, хорошо, одного я снял. Я не попал в него, смотри на него. Да как так-то? Охренеть. Ладно. О, песик, песик, песик. Вот эти вот бесячие псы, которые здесь бегают теперь. Пам. Пам. И лучники, лучники. О, я попал, но не убил. Да, не долетает что-то стрелы немножко. Берем выше. Ах ты ж дрянь, он еще и на ход... На бегу это все сделал. А, вот он первый выстрел. Вот он второй выстрел. Три выстрела. Три выстрела сделать надо, чтобы убить его. Так, еще один полудурок. Или только хедшоты проходят. Да, четко только хедшоты проходят. Так, окей. Все пока ровненько. Я вижу немножко стрел, надо подобрать. Ты себе в лицо выстрели. Что это за хрень? Что это за хрень? А, бык этот. Недобык. Так, песики, песики, песики. Чувак, чувак, чувак. Тигруня, спасай меня от этих гребаных песиков. О боже, песики взрываются. Как это мило. Так, надо, чтобы тигруня тоже не убивали. Ох ты ж, бляха, муха, они еще и взрываться начали. Так, сейчас, 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 подлечусь, подлечусь. Так, немножко карма в лицо. На-ка. Успешный. Сильно. Так. Да-да-да, я скажу, вроде как бы кажется изич, но уже не изич. И нахуй сюда. Верно, просто ты болеешь. Так, минус. Голову поймал. Ой, блядь, поджог, 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 поджог. Где она, шлюха? Пел. Вот и все. Отлично. Так, ну что, освобождаем цепи. Тут какой-то священный еще, видите, нож. Как бы его назвать. Но очень красиво выглядит. Эпичненько. Четко, четко, четко. Просто зачет.
О, ребята, слушайте, это просто бомба. Выглядит эта игра просто, не знаю, как вам сказать, но выглядит на десятку минимум. Фух, мы выполнили это задание. Так, опять в куматозе просыпаемся дома. А, у нас появилась вторая часть руны, то есть все хорошо. Кто-то нам ее уже расклеил. А, судя по бутылкам, я уже давно здесь бухаю. Но рун тут, по крайней мере, ну, можно считать. Еще как минимум 4 должно быть. Так, хорошо. Ну, 500 опыта, в принципе. А, доступен навык охотник. Ну-ка, давайте посмотрим, что это даст. Навык какой. Что это дает вообще, в принципе. Охотник. Прицельный лук с помощью станет значительно проще. О, прекрасно, прекрасно. Так, берем. Теперь у нас еще и здесь открылось. Теперь 6 ячеек здоровья у нас. Прекрасно, прекрасно. Так, ну что? Я думаю, надо взять парочку зелененьких и сделать из них лекарств. И на этом, думаю, все будет окей. Так. Так себе, сам себе фармацевт. Я понял, классно. Ну что, ребятки, пойдем дальше. Мы только что выполняли задание по нахождению вот одной из этих тханк. Вот. Сейчас мы продолжим поиски. То есть пойдем по заданиям. И, наверное, все-таки пойдем к Хёрку сходим. Что он нам предложит по заданию. А потом уже будем уже выполнять непосредственно. Так, а как-то можно к Хёрку побыстрее попасть? Потому что, ну, через всю карту. Да, наверное, с этой стороны будет быстрее. Пойдемте, наверное, в эту крепость, которую мы захватили в прошлой серии, как вы помните. Так. Я думаю, будет интересно, что же за задание это такое? Все армия короля. Мы не работники, ну давай сходим, хорошо. Где найти этих парней? Задание око за око. Покажу на карте. Почти все погибли от отравления, но мне удалось убежать. Они... Так, разблокировано, разблокировано. Так, ребят, вы очень хотели посмотреть, что будет, если я, ну, например... И набирают новых рабочих? Новых рабов. У них форма. Должен работать на шахте. То есть, доп. Задание. Что будет с доп. Задание и насколько это прибыльно? Вот давайте посмотрим. Опять тупое задание. Заберись повыше. Ага, ну ладно. Так, у нас есть вертолетик. Прекрасно. И мы с него и полетим. Это сократит намного нашу работу, деятельность. Тем более здесь осталось 200 метров. Это буквально за поворотом, и мы уже прилетели. Вот, попробуем повыполнять еще, кроме основного задания, еще дополнительное, потому что у нас будет очень много еще заданий. Проходить я еще буду. Кроме основного задания еще и второстепенки. Вот, посмотрю, покажу вам, чем можно заняться в Кирате, когда, ну, сюжет уже пройден. То есть, а поиграть еще хочется. Вот, ну, это будет обязательно. То есть, вот я даже письмо какое-то вижу. Правда, у нас... Не, здесь. Как тут? Понимаете, в разных играх свое управление, и поэтому периодически получается такая вот фигня. Так, ну я нашел два из 20 писем. Ладно, не страшно. Так, заберем ящики. Вот тут патрики всякое. Ну я поэтому не люблю особо закупаться, смысла от этого особо не вижу, потому что я все это могу и так нарулить. А что это случилось? Почему я не взял? Так, ну что, вот оно, задание перед нами. Пойдем зеленый лист возьмем. Это очень-очень упрощает наше лечение. Так, хорошо. Нам здесь надо быть. Снайпер. Ага, вот они. Убейте 3 генерала с помощью взрывчатки. Ну, у меня есть решение вашей проблемы.
солдат, можно его и так убить. С солдатами я буду проще разбираться именно с помощью простейшего оружия. То есть, ну, грубо говоря, винтовкой, снайперкой, ну, или еще чем-нибудь. Так, ну что, нам надо обезвредить трех генералов. Я не хочу, да, мне оружие. Ты что, мне сегодня сделал? Ладно, бог с ним, пойдем дальше. Я, кстати, в прошлой серии купил винтовку. Теперь можно с ней побродить немножко. Так, убить фигнолов. Она, по-моему, на двое поменяла, да, руку. Так. Ну, лут это хорошее дело. Давайте посмотрим, что там дальше. В пещера. Та самая пещера, про которую говорила нам женщина. Что у нас здесь? Так, второй. Меня не убьет. Хорошо. Хорошо. Получи. Получи. Так. А, сфотографируйте. Ну, давайте, я сейчас сначала убью всех. Я его потерял. Что, умирать не хочет? Эй, ты куда было сейчас? Отлично. Так, ну что, все есть. Теперь берем фотик. Так. Отлично, задание простенькое. И достаточно прибыльное. 25 тысяч рупий вообще просто за милую душу. За то, что просто пришел и вырезал генералов. То, что, в принципе, я делаю по пути, и это просто изичное задание. Вот и все. Выполнили задание око за око. Я вас поздравляю, дорогие друзья. Это получилось очень быстро, эффективно и просто. А у нас тут сопровождение. Сопровождайте транспорт. А, ну это я, наверное, в следующий раз. Вот, ну а сейчас мы пойдем с вами. Я заберу свой вертолет. Для этого, во-первых. Я получу 27 тысяч рупий. Спасибо большое. А вот. Так, песику плохо. И мы с вами убираемся отсюда. Так, ну пойдем с вами. Думаю, зачистим вот эту вот форпост. Он написано с уровнем сложно, но... Там три сигнализации, в принципе, я думаю, мы выполним его без всякого труда и пойдем на свои, ну, на свои оригинальные задания. То есть пойдем к Йорку, а потом на задание Золотого Пути. Путь не близкий, то есть можем еще и прогуляться, то есть я бы с удовольствием телепортнулся туда, но то есть мы пока еще не можем. То есть вот эти вот точки контрольные для нас будут. Они очень удобно потом помогут перемещаться из дальней части карты, например, чтобы не лететь вот с такого расстояния, а именно туда телепортнулся, и все, ты уже там. Вот, это облегчает транспортировку. Ну, в принципе, получается, что вот они, две точки. Вот, аванпостик и Хёрк. И это все рядом, поэтому мы сделаем это все быстро, без особого труда. Кстати, в ближайшие дни начну уже набирать... точнее, ходить, выполнять задания с масками Ялунга, так что ждите, видосик будет тоже. То есть, ну как видосик? Видосик будет именно, когда я попробую все-таки найти все части. Так, ну что, у нас тут есть... Я вижу, где аванпост. Попробую сейчас где-нибудь здесь сесть. Я даже вижу точку. Сейчас выходим. Нам надо как-то обезвредить целый аванпост. А обезвредить его не так просто, потому что имеется три сигнализации. Вот одна из них. Осталось две. Так, главное пока никого не убивать. Так, хорошо. Так, а где же еще сигнализация? Вот эту петуха я и так убью.
А, здесь многоуровневая защита. Нельзя меня обнаружить. Не каждый лишь может обнаружить меня. Так, хорошо. Я видел, там снизу есть еще одна. Поиск прекратить, но будет ничего. Хорошо. Так, они побежали в соседнее управление. А мы с вами пройдемся. А, вижу, вот снизу есть еще одна сигнализация. Пойдем, подкрадемся. Так, она здесь. Так, он меня пока не видит. Можем вырубить его. К нему никто не ходит. Так. Ну, я должен спуститься. Никак иначе. Пока они не врубили сигналку. Тут никого. Зря время теряем. Так, окей. Ребята, аккуратненько, аккуратненько. Я надеюсь, вы болеете за меня сейчас. Верите в то, что все получится. Все очень чистенько получится. Захвачу пулемет! Понял. Лезу наверх. Смерть очистит тебя. Все, сигнализация вырублена. И что теперь? Остается самое простое. Зачистить оставшихся противников. Если не до мной бегают, ну? Тут пусто. Проверьте безопасность сектора. Просто, блядь, я стелс ухожу здесь. Хорошо. Где-то здесь. Рассчитывай на нас. Ищем. Я не знаю, но... Ничего не упускайте, найдите его. Спускаюсь. Прикройте. Сектор чист. Так, ну... Не то. Хотел винтовку, но... Вызову подкрепление! Какое нахуй подкрепление? Пьяный, что ли? Ты просто очередная цель! Наверху! Он наверху! Королю из тебя пуфик сделают! Пуфик? Вообще пуфик как-то... Сигнализация не работает, чувак. У вас маленькая проблема в виде меня. А, я упал. Так, ну там внутри что-то есть. Надо будет потом залутать. Так, есть вторая попытка. Прощайся с потрохами. Чё-то. Крупнокалиберный какой-то автомат у меня. О-о-о, последний патрон был, я не заметил. Все. Чистенько, аккуратненько. Аванпост освобожден, тревога не поднималась. Все, спокойненько, без напряга. Написано было сложно, но... Ну, может быть, в какой-то степени было сложно, но не для меня. То есть, бывало и сложнее. Даже самую простую крепость Юмы, по-моему, брали... По-моему, с 3 или 4 попыток. Как вы помните, естественно. Записочки. Так, ну что, ребятки, пойдемте к Хёрку. Выполним у него задание. Это было достаточно быстрое задание. И я особо не напрягался в нем. Вот опять очередное задание снайперское. У меня на него есть кое-что интересное. Он пока не попадает. Да, и я тоже. Это единственное, что он сейчас объединяет, то что я не попадаю, и он не попадает. Так, ну все, чистенько. Прикрой, перезаряжаю. Да бог с тобой. Так, ну что, пройдемте. Так, в этот дом можно зайти, но, по-моему, там нет магазина. Ну, пойдем зайдем. Если есть магазин, то я... А, не, нету. Нету, вроде бы нету. Ладно, на всякий случай забегу.
мало ли что, если там есть магазинчик какой-нибудь, я с барыжем. А вот все есть. Продаю все лишнее, чтобы мне ничего не торчало. Вот, эти ресурсы, это все бесполезно. 120 тысяч, неплохо, неплохо. Пулеметик так себе, то есть, ну, интересно, конечно, но... Ну, ничего прям выдающегося, скажем так, у него нету. Не знаю, можете посоветовать, может быть, что-то есть поинтереснее. За... Так, хорошо. Орол не долетел до своей цели. А где мой вертолет? Мать вашу. Грибаный... Блять, вертолет еще. Так, а здесь какая-то... здесь... Так, вот оно все. Ну, пойдем, сходим вниз. Не знаю, что там есть, но что-то тут явно есть. Так, окей, какая-то пещера. А как же туда попасть? Ага. То есть это спустись вниз. Вот только что я упал вниз, но... Смысл в том, что... Спустись вниз. Залезть на вот этот пьедестал. Так, из пьедестала непосредственно уже нырять. Во. Изумительно получилось. Так, что тут есть... Патроны ПП. Еще немножко денег. А там как-то... А, можно было через низ прийти сюда. А я, как всегда, не искал легких путей. И просто решил... Ну ладно, окей. Так, опоры. Опоры. А, я понял, понял. То есть нет, 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 в любом случае это понадобится. Ну давай, ладно, бог с ним. Работа на 2 минуты, что тут. Так, ну, в принципе, что здесь? Просто ныряем. А безбашенно ныряете. Никто не воспрещает. Вот. Никак за это не наказывается. То есть, ну, блин, если бы еще дамаг наносился, я бы вообще посмеялся бы от души. Козлы здесь бегают. Ну, ладно. Блять, я не ожидал здесь слона увидеть. Так, текаем отсюда. Ну что, пойдемте к Хёрку, выполним у него задание и пойдем на задание Золотого Пути. Вот, надеюсь, вам в таком формате нравится, что я устраиваю большое разнообразие. То есть, сходил туда, сходил сюда. То есть, посмотрели на эти задания, посмотрели на те. По-моему, я убил его. Братан, ты как там? Ладно, он не должен... А, блядь, от головы отскочило. И... Тот самый момент, когда ты охреневаешь от того, что от головы отлетает какая-то хрень. О, мы что-то, кстати, собрать можем. Давайте соберем. Что-то, какую-нибудь сумку или подсумок. Сумка для метательного оружия. Ну окей, прекрасно. Так, что у нас тут? Шкура дикой собаки. Ну, шкуру дикой собаки мы, конечно, поищем, но не сейчас. Кстати, охота на это будет позаниматься мне вне записей, чтобы это вас не особо не напрягало, как я тут, как дурак, катаюсь на машине, пытаясь сбить всякую живность. А где она? По-моему, его нет. Да, леопарду плохо. Это коза. А где леопард? Эй, ты! Нет, тут нету. Ладно, соберем козлика тогда. Не знаю, что это козлик. Нахур опять. Нахрен мне ваш нахур? Где лолопард? О, еще один як. Не, я с ним что-то здороваться не хочу. Он немножко, конечно, не милый, но... Так, валим, короче, отсюда. Такая история была, блин, я хотел живность эту задушить, но что-то не получилось. Ну вот, я насчет охоты. Вот, ребят, я потом сам поохочусь. Может быть, даже на Twitch буду... Так, чисто вылазки, когда я буду просто заниматься, полчаса сюжетку пройду, буду искать эти маски, вот, наверное, может быть, даже на Twitch буду просто стрим кидать, то есть, и будем оттуда его смотреть. А где Хёрк, я так и не понял.
почему-то. А, Хёрк, где-то здесь. Не понял, здесь какая-то тропа, я вижу. Прекрасная музыка на фоне. На конкурсе самый популярный лидер золотого пути выигрывает Шабал. Я удивлен. Я думал, у Амиты и ее опиумный день. Так, для следующего задания вам будет нужен навык убийства на транспорте. Выучить его меню. Убийство на транспорте. А у меня есть такое. Убийство на транспорте. Убийство из засады. Спрятаться за укрытием. Так, хорошо. А, вот оно. Ну... То есть я не могу его, наверное, выполнять без этого навыка. Ну, посмотрим, что насчет. Знакомое чувство. Так, в общем, дело. Я искал последнюю статую. И тебя поймали, так? Вроде того. Я залез в грузовик, чтобы найти статую. Но Бонго второй рано заложил взрывчатку. Я застрял, тачка едет, и спрыгнуть не могу, потому что не нашел статую. А если водитель остановится, то... Бум! Трансформеры 8! Ты там сценарий пишешь? Чувак, дай моим Нео, ты же умеешь летать. Я знаю, где есть крутой мини-вертолет. Одежду и мотоцикл. То есть сесть. Ну, я понял, я понял. Очередной Джеймс Бонд. Так, аккуратно, аккуратно. Бля, да что, пошло не так. Так, лицом, лицом. Все, вышел, все нормально. 80 метров, не страшно, не страшно. А тут много врагов. Или это никого не волнует? Что это за точка вообще такая? Нет, это просто точка. Ну, давай проверим, что тут. Так, ну... Охрана была очень какая-то скромная. Даже по моим меркам очень скромная. Так, ну что, украдем вертолет? Просто... Я нашел вертолет и лечу к тебе. Чувак пришел. Чувак, ты без полета. Потрясающий. Статуи не нашел пока. И помни, грузовик не должен остановиться. Ну я понял, на ходу, короче, надо будет все это делать. Найдите грузовик. Окей, его не вопрос. Но если не получится, то я думаю, стоит навык это. А, то есть я понял, это. Сейчас мы сделаем хитрее. Ну, по-моему, это не получится задание из-за того, что мне не хватает скилла этого. Чувак, водитель говорит по мобиле и куритой. Хочет остановиться пожрать. Взорви лоток с едой. Да. Хорошо. Я думаю, это задание нам не по силам пока, потому что нет скилла. Мы его сейчас попытаемся скинуть. Отказаться от задания, да, я откажусь от него, ну, в силу того, что нет возможности его сделать. Вот, но замену этого мы пойдем, например, к пока, в данный момент, ну, не знаю, давайте пойдемте к Лонгину, что ли. Ну, нету, нужен скилл, вот, а у меня скилла этого нету, так что пойдем, наверное, сразу к Лонгину. Выполним его заданица, он достаточно нетребовательный. Вот, к такому роду заданий. И, в принципе, просто по-быстрому все выполним, да и все. Так, ну что, тут есть какие-то еще второстепенные задания. А вы пишите в комментариях, кстати, какие вы хотели бы посмотреть. Или вот просто, грубо говоря, все хотел бы посмотреть. Вот разные виды. И того, и того, и того. То есть, ну, не знаю, как вам было бы интересней. Вот я вот могу вам предложить всякого рода. То есть, и так, и так, и так. Но вот решать вам. Вот, ну что, ребятки, пойдемте сходим. Я просто боюсь той фразы, что я только что ляпнул. Пойдемте сходим, потому что никакого транспорта я здесь не вижу. Вообще никакого транспорта я здесь не вижу. Ну ладно, так. Кстати, ждите где-то 13-14 числа. Может быть, чуть позже. Мы с Кирюшей будем проходить новое задание, побег. Из, как, не забыл название, побег из тюрьмы. Ну, в общем, она была по заданию Юма. Вот из той тюрьмы, вот там будет небольшой DLC на кооп. Мы будем его с Кирюхой выполнять. Так что ждите, будет очень клево.
так как там очень хардкорная, потому что будет всего даваться одно задание, никаких контрольных точек там нету, то есть одна попытка. Сбежали, хорошо, не сбежали, пробуйте еще раз, и тогда до победного, скажем так, конца. Спасибо за квадроцикл. Какого? Как бы так задать вопрос, чтобы не обидеть никого? А где тушка? И где леопард? Ну ладно. Окей. Что за херь? А, ну ладно. Здорово. Вот насквозь пролетело, как так? Идиотизм? Идиотизм? Ну, нормально. Жесть какая, жесть. Пишите ваши комментарии, куда мог деваться леопард. Мне очень интересно, позабавило даже такой момент. Честно говоря, я даже сам растерялся, где он. Надеюсь, с ним все хорошо, и он вернется хотя бы на орбиту Земли. Я не понял, что сейчас произошло и куда девался бедный леопард. Ага, опять проблемы. Опять стрельба. Так, может ускориться, догнать их? Я попробую догнать их и дать люлей. С такой дистанции-то я вряд ли попаду, но вот надо поближе. Сближаемся, сближаемся, сближаемся. Попал. Так, ну, по пути нам еще видится еще один грузовик, который мы, естественно, нагоним. И, как типичные пираты, просто захватим. Возьмем на абордаж, как говорится. Там один агрессивный чувак. У него, кстати, никакого эскорта нету, его никто не поддерживает. Что это значит? Правильно. Он везет какую-то хрень. По-моему, он умер. Да, он умер, кажется. Так, ну, я немножко проехал свое задание. Кстати, я... Ну да, да, вот у нас здесь зажжено. Немножко опыта, немножко наших рупий подзаработал. 18 тысяч за простейшее задание. Это вот даже лучше, чем тот генерал. Точнее, три генерала, которых я фотографировал в начале, ну, или там в серединке серии. Вот, ну это, в принципе, тоже неплохо. 18 тысяч по ходу пьесы. И в итоге я заработал 36 за два грузовика, пока ехал к заданию. Неплохо, неплохо. Фарм, такой фарм. Все приятно, все хорошо. Ну что, пойдем к Лонгину тогда. Лонгин? Что ты хочешь мне сказать? Это ж наш... Ну ладно, послушаем его. Я готов. Ого! И думал Господь, кого послать? И явился ты. И сказал ты меня, Господи! Рвение твое поистине радует меня, но, Господа, оно радует еще больше. Есть еще одна заблудшая овца. Действуй! Найди, проследи, принеси бриллианты. Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить врагам. Пьяный наркоман. Он играет с оружием. Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? У него в руках всего лишь навсего муха. Это ерунда, мелочь. Так, дорогая цена, хорошо. Займите удобную позицию. Ну, насчет позиции я бы пошутил бы сейчас, но это уже не так актуально. Так, немножко дерево порезал. Ну что ж, пойдемте. Ну, у него задание, на самом деле, очень однообразное. То есть, проследи, убить и забрать. Ну, а потом опять убить и уехать.
Это, Саша, какие-то странные, неадекватные звуки. Еще один вертолет вижу. Так, я вышел на позицию. Что дальше? Так, на позицию вы должны... Ага, тебе ж можно было вообще никак бы не это... Приближайте контрабандисты. Они должны вас заметить. Да я вообще беспалевный тут вертолетик. Какой вертолет? Ты не видел никакого вертолета? Следуйте за контрабандистами. Блин, окей. Я их вижу прямо в видимости. Им-то надо поворачивать туда-сюда, влево-вправо, но мне как бы... У меня нет здесь поворотов. То есть у меня здесь самое простенькое управление в этом смысле. Просто держать дистанцию в среднем 80-90 метров. И они меня уже не увидят. Ну я причем их догоняю легкую. Даже, наверное, в каких-то местах обгоняю. Ну я вижу, куда они едут. И вы тоже можете видеть. То есть перед собой я вижу эту хрень заброшенную. Так, окей. Дальше. Бейте контрабандиста. Окей, не вопрос. Я просто разбомблю их базу. О, снайпер. Так. Да, пацанам тут так грустит. Так, кто-то не стреляет? Кто? А ты что ли? Ну, уже никто, по сути. Все, грустишка. Умер. Все. Спускаемся вниз. Забираем ключ, возможный, который ведет нас вот за ту дверцу. И пойдем выполнять задание. Да, с вертолета, конечно, изич. Просто особо не напрягаешься. Особо не напрягает вообще игра. Ну, вот тут что я и говорил, заберите хранилище. Ну, однообразно, но, конечно, весело. То есть, так, надо блутать все, что здесь есть. В коробках обычно находятся неплохие суммы. Ну, все, на этот раз маловато, конечно, но что поделать. А мне нравится огромный, вот, то есть в горных районах находятся даже такие вот локации. Так, можно было, в принципе... Но они убегают от гранат, поэтому что мы делаем? Вот так вот делаем. Он не успевает убегать от нее. Хорошо, что есть таймер. И он мне помогает в этом плане. Так, ну что, ребят. Задание вроде как выполнили. Так. Где-то здесь должен быть столик, на котором должны лежать... Вот оно. Кровавый бриллиант. Бегите с кровавым бриллиантом. Да не вопрос. Вертолет у нас под боком стоит. Видите, будет не проблема. Так, ну что, пойдем? Контрабандисты к такому не были готовы. Так. Самого опасного я убил. Который мог мне навредить. Не сильно, я бы сказал, что... О, фига, он там втонканул. Ладно. Все. И утекаем отсюда на вертолете. Здесь будет хорошо. Все, классно, классно. Так, ну что? Поехали. Вы скажете, это так, чисто, Ромка, для тебя это как прогулка. Я скажу, да, я уже как бы первое время, ну, мне было сложно там понять, как убивать там определенных противников, но со временем начинаешь привыкать. Так, тут где-то в центре какой-то бонус спрятан. Так, пойдем. Полегоп. Отлично. Мы нашли Библию, прекрасно. Самое время найти Библию. Так, аудиозапись. Патрон на снайперской винтовке. Прекрасно, 7000. И кладем бриллианты в наш тайничок. Ну тут, как минимум, два вертолета валяются.
Дорогая цена. Выполнено задание. Прекрасно, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Просто 100 тысяч за милую душу. Просто за спасибо. За задание от Лонгина. Новое доступно. А где сам Лонгин? В какой двери в этот раз он? А, можем еще попробовать. Ну, пойдемте еще к Лонгину. Так, Лонгин. Ну, я вам так вот, такие бонусы делаю. Крупные записи. И надеюсь, вам нравится такая формация. То, что вы можете, например, посмотрел там, как фильм очередной, как новую серию. И пошел на стримец или наоборот. То есть, есть свободное времечко, взял, глянул путешествие это. И пошел своими делами дальше заниматься. Пойдем еще к Лонгину сделаем что-нибудь. Потому что Пейган остался, а потом заданий-то у нас и нету, по сути. А задание Пейгана Мина мы еще успеем сделать. Так. Так, эта музыка немножко странно играет, ну ладно. А здесь ящичек, нельзя пропускать. Так, за палаткой. Она внутри палатки, что ли? Как я должен туда попасть? Ну, ваши варианты. Странно, но действительно здесь ничего нет. Ну, там написано, ну ладно, окей, не буду заморачиваться насчет этого. Может быть, просто потом палатка исчезает? Так, Лонгин, что ты нам хочешь сказать? Сказал Господь, кого послать мне? И сказал я, меня, Господи! Что, он бухать начал? Я пришел из страны греха и смерти. И я служил дьяволу так долго. Вот этот... Ему нужны были документы, чтобы вывести свою семью. А этот искал лекарство от малярии для сына. Он был готов убить меня, не мне его винить. Нет! У нас хватает забот. Очередной конус в бутылке, да? Мы не закончили. Ты делай свое, твое дело. Но я буду делать свое. Типа, совесть проснулся, или что это такое? К Ефесянам 5:18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духом. Короче, дружище нас бахнул немножко лишнего. Вот. Последняя кара. Приступим. Займите удобную позицию. Ну. Double penetration насчет позиций. Так, ну что, полетели. Так, ну где же это? А, ну, в принципе, не так далеко. Могло быть дальше, но Лонгин определил точку не такую уж и далекую. Так, ну что, мы на месте. Так, приближается контрабандист. Вас они должны заметить. Окей, не вопрос, кто-то где они. Сейчас отвлечу немножко в сторону. А я думал, какой-нибудь будет хардкорный вариант, а-ля... Тихо, успокойся. Все будет хорошо. Я же... А, он бесконечно взлетать начинает. Я понял. Следует у тебя за контрабандистом. Ну хорош уже! Все, полетели. Видимо, там садиться нельзя. То есть, в этом городе. Видите, вертолет начинает водить немножко.
так как мы преодолели с вами на слишком высокой высоте. Блин, как высокой высоте, что я сказал-то? В общем, уровень, то есть, у нас превыше немножко, за которым можно летать. Так. Ну, предсказуемо подумать, что это именно вот это вот место. Ладно, так, пойдем немножко левее. Дабы нас нижние не заметили, иначе могут и заметить контрабандисты. Это самое забавное в этих задачах, что это реально. И это не часть моих фан... А, ну все, вижу перед собой, прямо вот они. Так, убейте контрабандиста. Окей. Сейчас мне как-то... А что-то животных нет? Что за грустная тема? Ну ладно. Это плохо. Только пистолет, ну ладно. Хорошо. А у нас тут внезапно образовалась проблемка, потому что гранатомет мой кончился. А я не проследил за этим моментом. Ну ладно, не проблема. Так, вертолет, ты пока полежи здесь. Я пойду контрабандистов поубиваю. Минус. Так, кто тут у нас? Ничего не изменилось. Электробуги. Так. Трех. Вместе с четырех. Пятым был у нас контрабандист. Опа-на-опа-на-опа. Шестой. Седьмой. Патронов у меня на снайперку-то хватает. Мне без всяких проблем. Так, пойдем-ка возьмем винтовку. С винтовки прогуляемся. Так, нам должно указать на локации, то, что мы обнаружили какую-то новую локацию. Потому что она стоит, видите, на мини-карте, она с вопросиком. Так, хорошо. Вскрытие показало, что... Так, у него ключ есть. Хорошо. А здесь еще нету. Ящички. Ящички, ящички. А где ящички? Не понял. Или я невнимательный, или... Или где ящик? Написано, что здесь? Не, в бочке же в этой. Ага, окей, нормально. Так, и удивляться я не буду. Ну ладно, бог с ним. Нет, коробки тут нет. О! Интересный вариант, слушайте, прям под лестницей. Так, окей. Маленькая зона. Что-то здесь как-то стрёмно даже. Так, еще немножко кровавого бриллианта. Ага, у нас объявилось целых 4 противника. И они все очень хотят нашего мяска. Хорошо, попытаюсь выбраться отсюда. Или убить всех врагов. Хорошо. Такой вариант мне подходит. Устранил. Так, вижу. 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 Огнеметчик надо держать на дистанции. Сладенький. Так. Вижу. И последний там сверху он идет. А их там два даже. Ну ладно, не вопрос. Бля, не попал. О, на ходу попал. Так, я вижу, там еще двое. Так, еще один. По-моему, все. Нет, еще один есть.
Так. В принципе, чистенько все. Может быть, еще кто-то появится, но... Блин, он знает. Понимать. Тебе, сука, только не хватало. Мишаня? Покажи, что у тебя там есть. Неужели курица? Просто шкура медведя. Ну ладно. Так, ну что, судя по всему, здесь больше ничего нету. Мы можем продвигаться куда-то дальше. Ну или просто уехать. Я думаю, возьмем и уедем. Потому что противников... Ну, написали, убейте всех противников, но я никого здесь больше не вижу. Поэтому самый простой и оригинальный вариант будет просто отсюда уехать. Там, кстати, наверху должен быть мой вертолетик. Между делом. Да, вон он. Так, вылазим из машины. Просто убегаем отсюда. Так, где ты там? Хорошо, что мой вертолетик не взломается, не взрывается от того, что он бьет винтами по дереву. Так, ну вот за это я и хотел, честно говоря, вот что мне нравится обращаться со снайперской винтовкой, то что это... Ну это довольно-таки забавная вещь, то есть рандомно. То есть если хорошо прицелиться, ты убиваешься. Или если немножко подкосило что-то, ну значит, блин, попробуй еще раз. Вот в общем, таком вот. Кстати, табличку где-то внизу, нифига себе. Вот. В принципе, очень таки забавно получается. И задорненько. Так. Тут, по-моему, Лонгин немножко осерчал. Да, судя по тому, что у нас тут открылся ящик. Так. Где сам Лонгин? Лонгин? А, вот. Аджай! Рад тебя видеть. Ты чего это? Уезжаю. Я слышал голос. Господь зовет меня в путь. Куда? Думаю, в Южную Америку. Или на Кубу. Этот мир все еще полон греха. Спасибо, Аджай. Спасибо тебе, ибо понял я, что есть еще слуги Господа в этом мире. Работа твоя не будет забыта. Я оставил тебе кое-что. Знак благодарности. Очень мило. От Марка 16, стих 15. И сказал им, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Иди, Жанжа, и неси свои проповеди. Этот Лонгин, это нечто. Пьяное наркоманство в чистом виде. Последняя кара. Задание выполнено. И что это за хрень? Не, я не хочу ее менять на снайперскую винтовку. В магазине можно купить реактивный гранатомет. Хорошо. Ну что, задание с Лонгином мы закончили. И думаю, на этом мы сегодня и эту часть мы закончим потихоньку. Я сегодня вам показал разнообразные миссии. Вот. Ну а ключевое золотого пути мы, наверное, попробуем в следующий раз. То есть я начну буквально, ну, надеюсь, в общем-то, завтра я выложу новую часть. Вот, ждите. У нас получается такой многосериальный версия прохождения. Вот пойдемте сразу сходим к нашему дому, дома Гейлов. Вот, как вы помните. Сейчас скажу, продам. Я вижу там хрень. Быстрая продажа. И в итоге у нас получается 500 тысяч почти. И мы что делаем? Правильно. Невозможно, бумажник полон. Ага. Как бы это сделать-то? Записка вам. Но на 200 всего рупий стоит. А то надо 300 рупий. Ну хорошо, попробуем сейчас что-нибудь замутить. Не знаю, мне надо ровно 500 рупий. Что купить храм. Но вот храм мне не купить, к сожалению, из того, что у меня 400 тысяч, точнее 500 тысяч рупий. А это не дом Гейлов. Окей. Ну нормально, бывает что. Немножко ошибся, плюс-минус.
А вот дом Гейлов, ну вот. Ну, сейчас будет. Так вот он наш дом Гейлов. Ну я просто так как-то поспешил, скорее всего. А вот, ну что, посмотрим, что тут он может предложить. Ну вот я хотел бы храм купить, вот за эти, за 500к. Но, к сожалению, не получится. Но зато возьмем два улучшения, например, украшения для дерева. Так, посмотрим, как это выглядит. О, классно, классно. Оно стало больше. За 175 тысяч мы сделали дерево большим. Загон для скота. Отлично, отлично. У нас есть свои хрюшки, петушки и так далее. Вот, ну это прекрасно, прекрасно. Это. И останется, как видите, ребятки, нам построить храм. И мы полностью прокачали. Экзибит полностью прокачает нашу крепость. Ну что, эту часть мы закончили, ребятки. Огромное всем спасибо, что пришли, что посмотрели. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами Ромка. А вот, ну и по большой просьбе на наших подписчиков. Сейчас сохранюсь на всякий случай, чтобы не свалилось задание. Вот, и просто легкое падение с песней I Believe I Can Fly. Ну, можете включать ее, и она будет петь на фоне. Ну, а пока я торжественно падаю, я хочу сказать спасибо всем большое. Подписывайтесь на канал, с вами был Ромка, и до новых встреч. Пока-пока.